Азербайджан является страной, страдающей от исламофобии. Одним из наиболее тяжелых последствий 30-летней оккупации Армении азербайджанских территорий является преднамеренное разрушение и уничтожение культурного наследия, имеющего общечеловеческое значение, в том числе памятников, относящихся к исламской религии. Сегодня участники международной конференции «Защита разнообразия. Борьба с исламофобией» в 2024 году находятся в Шуше, культурной столице Азербайджана, где воочию стали свидетелями разрушения культурных и религиозных памятников в годы армянской оккупации. Они были проинформированы о Шуше и проводимых здесь работах по реконструкции. Гостей сопровождает наша съемочная группа. К нам подключается моя коллега Эсмира Алиева. Эсмира, здравствуй. Здравствуйте, Телли. Здравствуйте, студия. Да, мы сейчас находимся в Шуше, которая является культурной столицей как Азербайджана, так и всего исламского мира. И сегодня с раннего утра мы находимся здесь в ожидании большой делегации зарубежных гостей, которая прибыла в Азербайджан для участия в международной конференции по борьбе с исламофобией. Подобная конференция проходит в Азербайджане уже во второй раз. Впервые ее провели в 2023 году, а в этом году в рамках данной конференции также организуют и визит непосредственно нас, освобожденные от оккупации территории Азербайджана, и в частности культурную столицу Азербайджана, город Шуша. В данное время мы находимся рядом с мечетью Юхары Говхарага, которая также была разрушена, была подвергнута разрушениям за годы оккупации азербайджанских территорий, и вскоре после их освобождения была полностью реконструирована. В первую очередь гости должны посетить данный памятник культуры, а уже затем они посетят и другие памятники, расположенные в культурной столице Азербайджана, городе Шуша. Также должны они посетить и площадь Джидыр-Дюзю. Также стоит отметить и рассказать о том, что обсуждалось за два дня международной конференции. Также необходимо отметить, что это научная конференция, и для ее участия в Азербайджан съехались свыше 130 гостей из более чем 30 стран мира. Они обсуждали и пытались найти ответы на вопросы о том, как все-таки необходимо побороть исламофобию, которая влияет на людей, проживающих практически во всех уголках мира. Пока на этом все, студия. Спасибо большое. Эсмира Алиева к нам подключалась из города Шуша.